У Национальной школы-лицея инновационных технологий в области цифровизации школьного образования опыт большой. Еще 3 года назад для повышения качества знаний учащихся был разработан специальный цифровой проект, состоящий из 3 ключевых компонентов. Сегодня коллектив школы-лицея представил успешно реализованные проекты. Первый элемент – это создали электронные учебники. Их у нас 92 по всем основным предметам. Второе, ввели электронный журнал, электронный дневник. И третье, ввели электронную школу Я-класс. Мы работаем уже 2-й год. Это электронная школа, это информационная платформа российской системы образования, поэтому мы пользуемся этой системой. Все это в интеграции, я считаю, что подводит к повышению качество знаний обучающихся. И самое главное, как профессор Исаак Бекович говорил в свое время, если учитель умеет научить самостоятельно работать своих учеников, то это очень хороший ученик. В будущем школьное сообщество готово поделиться опытом по этим проектам. Учителя из региона, в свою очередь, выразили готовность освоить новые навыки в области цифровых технологий, в образовании, внедрению и распространению их. К примеру, в Токтогульской школе-гимназии города Караколь, кроме урока информатики, организованы кружки по робототехнике. В своей работе мы широко используем электронные образовательные ресурсы, в особенности во время подготовки наших учеников на Олимпиаду. Такие методы помогают детям хорошо осваивать материалы, приучают к самостоятельности. Этот формат значительно эффективнее, чем формы классического обучения. В настоящее время 75% образовательных учреждений страны имеют доступ к интернету. В то же время продолжается работа по обеспечению качественного интернета в отдаленных селах. Вопросы доступа качественного интернета во все регионы рассмотрены в проекте Digital Casa. Здесь стоит отметить, что это предполагает не только подключение интернета в образовательных учреждениях, а доступ к высокоскоростному интернету для занятий в школе, автоматизация процесса внутри школы для разгрузки педагогов от излишней бумажной работы с отчетами. По итогам международной конференции была принята специальная резолюция, в соответствии с которой будет продолжена работа по обеспечению качественного образования детей посредством информационных технологий. Это работа по цифровизации школьного образования, обмену опытом в этой области и разработке инновационных платформ. Чулпан Медетбекова, Нургуль Джумабекова, Руслан Сабатаров, Алатау 24.